Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни изъяли из незаконного оборота 848 килограммов прекурсоров, используемых для производства наркотика мефедрона. Опасный груз прибыл во Владивосток морем из Китая. 4 пластиковые бочки с химической жидкостью были ввезены в порт Владивостока в адрес приморской компании. В декларации, поданной в Владивостокский центр электронного декларирования, было указано вещество, используемое в химической промышленности. Располагая оперативной информацией, таможенники усомнились в достоверности заявленных сведений и изъяли образцы перемещаемого товара для экспертизы. Проведенные исследования подтвердили подозрения. В 4 бочках оказалось химическое вещество, используемое для изготовления наркотических средств. Такого количества прекурсора хватило бы для создания до 1,5 миллиона разовых доз. Поскольку данное вещество включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, его ввоз в Российскую Федерацию возможен только при наличии соответствующего разрешения МВД России. Таких документов декларант в таможенный орган не предоставил. Процессуальные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности. Опасный груз изъят из оборота.